В ночь с 13 на 14 августа батальон грузинской армии пересекли границу Грузии и вошли на территорию Абхазии. В августе 2008 года тысячи грузинских солдат отправились наводить конституционный порядок в Южную Осетию. Война огромного государства, 5-миллионного, с маленьким 100-тысячным народом. Новейшее у них вооружение, но душка нету. Нас невозможно победить, нас только можно уничтожить. Казахский народ маленький, 100 000 человек. Народ маленький. Зато за ним стоит дух очень большой. Совершенно очевидно, что осетин — это специфический народ, который вообще никогда не сдастся. Нам теперь опять надо объединиться и опять сделать себя великими.